Сынок, мне нужно срочно, серьезно с тобой поговорить. Да что за срочность-то такая? Сыночек мой дорогой, скажи, а тебе нравится кто-то из твоего класса? Нет, а что? Ну, например, мне в твоем возрасте нравился один мальчик. Нет, мама, мне никакой мальчик не нравится. Тю, сынок, а девочка? Девочка какая-нибудь нравится? И девочка никакая не нравится. Странно, сынок, что нет достойных. Ну, выходит, что нет. Всем привет, ребята. Ну что, найдем достойную невесту для Никиты? Извините, но я хотела бы напомнить, что Никита нравится мне. Да я помню, Эви, и все наши зрители, похоже, это уже заметили. Но есть у меня один сюжетик на одну серию, там, где все-таки мне понадобится вот эта куколка, которая находится вот в этой капсуле. Ну, на одну серию можно. Кстати, ребята, если хотите не пропустить ту самую серию, то обязательно подпишитесь на наш канал. Ну тогда, ребята, начнем вот с такой коробки. И да, в ней находится 12 капсул новой серии LOL Underwaps. Это куклы-новинки, которые только сейчас начали поступать в продажу. И только лишь в одной из них находится очень редкая девочка, леди-художница. Вот на книжечке-вкладыше она обозначена сердечком. И это говорит о том, что она дуже рідкісна. В переводе с украинского языка это обозначает «очень редкая». А вдруг именно она мне сегодня и попадется? Посмотрим? Ну что ж, давайте начнем распаковывать нашу капсулу. Для начала снимем первый слой обертки. И уже сразу под ней находится шпионская лупа. Открываем второй слой. И что тут у нас под ним? А под ним оказалась подсказочка. И теперь с помощью лупы мы можем посмотреть, что на ней нарисовано. Поехали дальше. Под последним слоем у нас сама капсула. Серединка капсулы бирюзового цвета. Кстати, в последующем эту капсулу можно будет использовать как сумочку. Итак, сама капсула состоит из 4 отверстий. Каждая из них закрыта и откроется только тогда, когда мы правильно подберем секретный код каждой дверцы. Вот на вот этом листике, вкладыши, подсказки нарисованы все возможные секретные коды. И если их правильно подобрать каждой дверце, то дверца откроется. Начнем с первого секретного кода. Попробуем его применить вот к этой дверце. И у нас ничего не получилось. Дверца не открывается. Давайте теперь применим его вот к этой дверце. И тут дверца открылась. И мы достаем наш долгожданный пакетик. Положим его вот сюда. Все то же самое проделываем с остальными дверцами. Пытаемся каждой из них найти правильный секретный код. Кстати, вариантов секретных кодов у нас 6 штук. И наконец-то открываем самую главную дверцу, в которой и находится наша куколка. Сама куколка в этой серии LOL хорошо спрятана в костюмчик мумии, и в нашем случае это костюм баранчика мумии. Сейчас мы осторожно снимем с нее весь этот костюм и посмотрим, какая куколка нам досталась. Кстати, завтра я распакую еще одну капсулу, только на втором своем канале, который называется Барбики ТВ.
кто на него еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Ну вот, наша куколка без аксессуаров, а через одну минуту будет уже с аксессуарами. Но для начала посмотрим, меняет ли она цвет в холодной воде. Нет, не меняет. И в горячей воде тоже не меняет. Нашу сегодняшнюю красотку зовут Увлекающаяся леди. И в ближайших сериях мы снимем с ней интересненькую серию. А Никита в нее точно не влюбится? А это Эви мы обязательно узнаем, но немного позже. Как же не терпится посмотреть эту самую серию. Эви, а задай, пожалуйста, нашим зрителям домашнее задание. А это с радостью. Ребята, у нас есть еще одна куколка из новой серии Underwaps. Правда, у нее уже есть своя роль в нашем сериале. А вопрос следующий. Как эта куколка называется? А если ты не знаешь ответ, то обязательно загляни в наш Инстаграм. Там мы уже разместили пост с названием этой куколки. Ну а на сегодня все. Пошли, соперница. Пока-пока, ребята.